В Ненецкий округ прибыли участники Арктического форума. Напомню, он начнется уже завтра и продлится до 7 августа. В столице региона собрались представители Совета безопасности России, иностранные послы, журналисты, губернаторы северных субъектов. Всего около 200 человек. Один из первых в Нарьян-Мар прилетел губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин. Игорь Кошин в аэропорту его встретил лично. Затем совместно они дождались следующего борта, на котором прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и все остальные гости. Завтра участников Арктического совета ждет насыщенная программа. Некоторые гости отправятся на Варандей и платформу «Приразломная». Там их ознакомят с работой нефтяных объектов и проведут показательные учения. Тем временем другие участники форума будут работать в Нарьян-Маре. Для них организуют поездку по городу, чтобы познакомить с достопримечательностями заполярной столицы. А уже 7 августа откроется международная конференция на тему «Актуальные проблемы устойчивого развития и обеспечения безопасности в Арктике». На ней рассмотрят сразу несколько важных вопросов для региона и страны в целом.